Главная цель государственной программы «Цифровой Казахстан» – повысить компьютерную грамотность населения. В настоящее время граждане, работающие в различных сферах страны, стараются полностью овладеть информационными технологиями. Сельчан также не следует исключать из этой важной работы. С этой целью по инициативе Территориального совета цифровизации был организован специальный семинар-тренинг для учителей области с целью повышения их компьютерной грамотности. В семинаре приняли участие учителя информатики из ряда районов области. Их обучали квалифицированные специалисты Казпочты, Центра обслуживания населения и Национального центра информационных технологий. А цель? Данное обучение будет проводиться по четырем направлениям. Это по повышению базовых цифровых навыков населения, по получению государственных услуг в электронном формате, по открытому правительству, а также по электронной коммерции. Обучение проводится при содействии правительства для граждан, акционерного общества национальной информационной технологии и АО «Казпочта». Причина, по которой мы пришли сюда, научить людей пользоваться электронным порталом. То есть, как нужно заходить, какие услуги можно получить и какие шаги все это предусматривает. Вот в этих целях мы проводим разъяснительную работу. Напомним, обучение проходило по четырем направлениям. Одно из них – система электронного правительства. Любой, кто освоил эту программу, имеет возможность получить через интернет необходимую справочную помощь. Кроме того, участников семинара обучали, например, как оплачивать коммунальные услуги в повседневной жизни. Как сказал глава государства, нам необходимо полностью перейти на цифровой Казахстан. Я это поддерживаю. Не выходя из дома, к примеру, можно зарегистрировать своего ребенка в детский сад с помощью электронной цифровой подписи. Тем самым мы можем получить все необходимые нам документы. По словам специалистов, теперь участники семинара-тренинга поделятся своими знаниями с жителями своих сел. В результате люди смогут избавиться от бумажной волокиты и многие вопросы решать, не выходя из дома или не покидая рабочее место. Рамина Мирзалимова, Гульмира Садыкова, Умертай Ибраев, служба новостей.